покажу мастер-класс, как я делаю дизайн. Будете ли вы поднимать цены после Нового года? Впала в такую какую-то апатию. Она носила мои ногти 2 месяца. Перед началом данного видео подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик, напишите свое мнение в комментариях по поводу этого видео. Также подписывайтесь на другие соцсети, это Инстаграм, Телеграм, ВК. Я там есть, я там чаще, больше, в режиме реального времени. Всем привет, сегодня суббота, я на работе. Смотрите, что я с собой принесла. Буду красить вот эту штучку, краска серебряная. Думаю, что придется в несколько слоев. Сегодня ко мне придет девочка, айтишница с длинными ногтями, которая взорвала мой YouTube. И будем делать снова ей ногти, переделывать, делать коррекцию. Вчера я отдыхала, позавчера тоже. В итоге получилось вот так. Мне кажется, смотрится гораздо лучше. Еще покупала вот такой контейнер тканевый. Вниз туда сложила всякие расходники большие, которые много места занимают. Такие дела. Короче, я выложила видео, типа в шортс, с твоими ногтями. Сегодня понедельник, я иду на работу. На этой неделе у меня все расписано, каждый день есть клиенты. Я этому очень рада, потому что на той неделе был какой-то спад. Я очень переживала по этому поводу. Сейчас все наладилось. В общем, буду все показывать, все рассказывать. Еще у меня должна быть прийти модель в пятницу. Ну, это еще в пятницу. И я хочу поснимать полноценное видео с дизайнами. За последнее время у меня залетел шорт на 2,5 миллиона просмотров, еще один шорт и еще один рилс в Инстаграме на 100 000 просмотров. И я как бы этого хотела, я специально делала для этого видео, я специально старалась, и вроде бы все, да, случилось, и подписчики новые подписались, новые люди, и как-то я начала развиваться. Но мне не дают покоя комментарии злых людей, и я вообще, честно, в шоке от того, насколько люди злые, насколько люди не понимают, там, где-то юмор, не понимают, что бывают разные, там, стили в маникюре, что каждый делает по-разному, каждый по-разному оценивает свою работу. В общем, меня дико бомбило по поводу людей, плюс у меня как-то еще не было на прошлой неделе много клиентов. И я впала в такую какую-то апатию, я не выкладываю ни рилсы, ни видео. И вот прошлое видео я выложила спустя, там, не знаю, 5 дней после того, как оно уже было смонтировано, даже спустя неделю после того, как оно уже было смонтировано, просто мне не хотелось вообще ни заходить в интернет, ничего выкладывать, ни сторис, ничего, короче, не вела. Вот, какая-то у меня была реальная апатия по поводу работы, какое-то переосмысление, грусть. И вот сейчас я более-менее с новыми силами. На этой неделе у меня есть работа, хочется снимать, хочется что-то выкладывать. Но я, наверное, не буду читать комментарии вообще. Мне не хочется ни читать, ни отвечать. Я ответила на комментарии, меня назвали хамлом. Но, типа, человек написал хамский комментарий, я ответила ему тем же, он обозвал меня хамлом. Я думаю, ну а чего ты ожидал? И знаете, вот это вот ощущение, что... Раз ты мастер, то ты должен кому-то что-то вылизывать просто, да, отвечать мило всем, быть такой милой, доброй девочкой, но это не так. Я человек в первую очередь, а не мастер маникюра, и я не обслуга, я не прислуга, я никому не должна ничего, никому вылизывать и мило отвечать. Я просто хочу быть собой, делать свою работу, получать за нее деньги и делать это в свое удовольствие, вот и все, и развиваться. Короче, такая вот у меня речь, такие мысли, пока не пришла клиентка. Я, кстати, убрала фотофон. Сейчас хочу вот это все отодрать. И будем делать маникюр. Закончила маникюр. И она носила мои ногти 2 месяца. Я была в шоке. Мы делали ровно 4 октября. Я посмотрела по переписке. И прошло 2 месяца, получается, я думала, что эта девушка уже сделала там у другого мастера, и потом снова пришла ко мне, но нет, это были мои ногти, и там нет ни одной отслойки, реально ни одной, нигде ничего не отвалилось, либо она очень аккуратно носит, либо я очень классно сделала, одну из двух. Я, конечно, не пропагандирую перенашивание, покрытие, но меня это порадовало, что они сохранились, во всяком случае.
Вот, и сделали в итоге на свои ногти, чтобы чуть-чуть они подросли, покрепли после такой нагрузки. И потом уже сделаем наращивание. Еще я всех клиентов агитирую записываться на декабрь уже сейчас, потому что у меня уже есть записи, и уже там 29-е, 30-е, какие-то там 25-е числа уже заняты. И я понимаю, что мои постояшки не записываются. Они такие, типа, ну мы напишем. И в итоге я переживаю, что на них просто не останется места, потому что они напишут, типа, за неделю. А за неделю, естественно, места не будет. Даже за две недели, мне кажется, что места уже не будет. Сегодня 4 декабря, и уже, наконец, мест нет. Короче, не знаю. Потерять не хочется постоянных клиентов, которые ходят ко мне там уже 4-5 месяцев. Ну что, вот не записываются? Скажите, почему они не записываются? Еще хотела узнать у вас, будете ли вы поднимать цены после Нового года? И вообще, когда лучше это сделать? Как-то до Нового года странно поднимать цены. Вот, а после Нового года вроде бы как нормально, но там идет как раз спад в январе-феврале. Я думаю, если еще цены поднять, как-то странно. В общем, напишите, как делаете вы. Я поговорила с девочкой, которая делала ресницы, педикюр. И она сказала, что после Нового года каждый год поднимает цену, ну там, на 100 рублей, грубо говоря. Ну, я, конечно, не на 100 подниму, но хочется. У меня сегодня отменилась клиентка, вот сегодня у меня должен был быть как бы выходной, но вчера она мне написала, и такая, типа, можно записаться. Я думаю, ну, раз человек записывается на завтра, наверное, можно не брать предоплату. Но это как всегда, я как всегда, это была ошибка. И она не приехала. В итоге я переделала себе маникюр и сняла видео, мастер-класс, как я переделываю ногти, как я делаю дизайн. И мне кажется, он получился такой довольно новогодний. Вот вторая рука. Я покажу вам мастер-класс, как я делаю дизайн. Наконец-то. Начну с того, что в этом видео я показываю, как делаю я. Здесь ногти уже подготовлены. И начинаю я с растекашки. У меня от Sun. И начинаю делать такие вот белым лаком, как будто бы... не знаю, мазки. То же самое делаю на безымянном ногте. Мазки белым лаком. И затем добавляю туда чуть-чуть блесточек, потому что у нас все-таки новогодний маникюрчик. Вот такие вот у меня есть серебряные шарики. Я их добавляю на средний палец. И добавляю их довольно много. Также возле них делаю светоотражайку маленькой кисточкой. И тут уже прикрепила на указательный блестяшки тоже. На большом я решила сделать просто подложку из лака. Это Pink Berry 01 оттенок. И сюда же тоже добавляю вот этих серебряных блестючек. Сушу. Здесь делаю объемчик с помощью геля. Затем беру пакет. Его вот так вот всяко-разно сминаю, чтобы получился такой эффект помятостей. И все это дело сушу. Затем все это покрываю глянцевым топом, и это просто промежуточный результат. Дальше будет еще объем. Делаю его с помощью белого геля. Затем мешаю мыло и воду, чтобы были такие пузыри. И эти пузыри я накладываю на как раз-таки непросушенный гель. И все это помещаю в лампу. Вот так вот получается. То есть видна такая текстура пузыриков. И то же самое я делаю на мизинчике. Кстати, на мизинчике я тоже сделала в итоге разводы белым, также по растекашке. Тоже ляпаю пузыри, и получается такой вот эффектик у нас. Затем я покрываю матовым топом средний палец и беру кисточку с глянцевым топом, делаю такой эффект растекания, у меня получается глянцевый и матовый топ смешиваются. Тут я показываю, что я уже покрыла большой палец глянцевым топом, а указательный, безымянный, средний, матовым. Последние штрихи делаю гель-краской объемной. Делаю это на мизинце, чтобы сделать такой эффект, я не знаю, снега, каких-то разводов. То же самое делаю на безымянном и также подчеркиваю здесь как раз-таки объемчики, которые я сделала до этого. Также использую эту гель-краску и на среднем, также ее размазываю всяко-разно. Мне главное, чтобы получился объем. И сушу. На правой руке я решила сделать просто блестки, потому что мне тяжело делать левой рукой дизайн. Вот так получилось. И вот такой дизайн у нас получился в итоге. Конечно, на длинных ногтях это смотрится еще эффектнее.
И вот так вот выглядят две руки. Ко мне сегодня пришли новые покупочки с Wildberries. Я их забрала. Сказала, конечно же, блин, для маникюра снова. И не все самое необходимое. Как всегда. Снова фрезы. Я попробовала вот эти с красной насечкой, которые я заказывала. Они, конечно, очень такие легенькие. Для моих дизайнов с объемами вообще не очень подходят. Очень долго ими снимать. Поэтому я заказала синие. Надеюсь, они будут более такие жесткие, чтобы весь этот объем все хорошенько спилить можно было быстро. Но для однотона, в принципе, подойдут и красные. А вот для чего-то такого жесткого как раз синие. Ну что? Хорошие, более грубые такие. Просто, конечно, зависит от производителя, потому что вот я покупала до этого красные другого производителя. У них были вот они такие же, как синие примерно. Вот. Видите разницу? Заказала вот такой гель 0,3 оттенок. У меня есть уже, я вам показывала, такие же гели трех других оттенков, и я хочу их выкрасить на палитру, потому что я этого еще не сделала. Новые гели я вообще не выкрашиваю на палитру. Никто даже не знает, что они существуют. Когда просят показать, я показываю баночки, а в баночке цвет совершенно другой, нежели на, ну, вы понимаете, нежели на типсе. Я всегда вот это все отрезаю, все эти кеточки. Мне не нравится, когда они присутствуют. Кто-то там дырки вырезает. Вот такой цвет. Получается, что вот этот такой более розовый, вот этот новый, он такой какой-то более розовый, яркий. Но камера неправильно придает цвет. Этот нежный розовый, и этот более такой бежевый. Еще я заказала тапочки, потому что у меня грязь. Мне вы там писали лайфхаки с бахилами. Но я на всякий случай еще заказала тапки. То есть я думаю, что кому-то можно будет просто переобуться. Я заказала, по-моему, 38-40 размер, что ли. Большой, чтобы всем хватило. И они такие просто обычные тапочки. В принципе, кто обрезгует, можно надеть бахилы и сверху тапки. Например, на носки бахилы и сверху тапки. Такие тоже что-то 350 рублей, что ли. Положу их. Вот. Буду просить либо переобуваться в тапки, либо бахилы тогда надевать. У меня, оказывается, осталось только две типсы, так что, видимо, придется выбрать два геля каких-то, их выкрасить, все остальное выкрашивать уже, когда придут новые типсы. Это трэш. Я, короче, хотела открутить, машинально открутила не крышечку, а помпочку вот эту. Хотела разбавить гель, и в итоге она вылилась, и просто, вы посмотрите, что стало с моей новой лампой. Вот это вот. И это не отмывается, то есть это просто разъела краску конкретно на лампе. Трэш. Я не знаю, как еще это писать, просто трэш. Хочу просто посмотрите. Просто моя лампа выглядит теперь вот так. И если честно, я просто в минуте, чтобы не расплакаться, но сейчас должна прийти клиентка, надо все это убрать быстренько. Ну, просто все испорчено. Покупать новую, наверное, но, блядь, сейчас у меня другие расходы. Это не входило вообще никак в мои планы. Сама виновата, что сказать. Я хотела открутить вот эту пимпочку, открутила вот эту, не посмотрела, и просто у меня вылилось. И налила. То есть я не посмотрела, и просто налила через вот это большое горлышко в гель. Все пролилось на лампу. Это очень вредная штука, видимо, химозная. Смотрите на мои руки. Да, типично это. Жена миллионера.